часть игры со скамейки наблюдали. Какое вообще впечатление от матча? Ну, играли больше в центральной зоне, я думаю. В момент в первом тайме маловато было той и другой команды. Ну, я думаю, больше борьбы с ним на поле было. Команда очень хорошо выглядела. Много движения показывала. Я думаю, хороший соперник. Поэтому немного не дотерпели до конца. Надо было дожимать, после второй гол забивать, и уже тогда легче будет. Ну, это футбол. Счет сегодня по игре, как считаете? Можно сказать по игре, но я бы, конечно, отдал бы нам победу, потому что больше был момент, я думаю, во втором тайме у нас. Да, действительно, факел прессинговал, и когда вы вышли, усилили ворожеское нападение, чего не хватило в машине атаки? Я думаю, больше удачи, наверное, потому что чуть-чуть на полшаг отставал. Я лично на момент был. Ничего, будем выбирать форму. Я думаю, в следующем матче уже будет полегче. Выиграем точно. Вы довольны или все-таки не ожидали? Своей игрой на троечку, я думаю, из пяти. Ну, есть куда расти, буду набирать форму. И, я думаю, чаще выходить на большее время. Спасибо большое, удачи.